Всем привет! В эфире канал ОТС «Мировые новости». С вами Дмитрий Беликевич. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Четверо погибли и один пострадал в результате падения воздушного шара в штате Аризона в США. Сколько успели спрыгнуть? Индия станет привилегированным стратегическим партнером России в целом ряде сфер экономики и политики, о чем договорились лидеры двух стран. 25 лесных пожаров охватили запад Австралии. Каким мерам пришлось прибегнуть местным спасателям, чтобы уберечь людей? Массовая стрельба в США и едва не задохнувшиеся в самолете футболисты. Смотрите подробности в следующей рубрике. Выпуск открывает информация о гибели 4 человек и травмировании еще одного в американском городе Элой в штате Аризона в США. Все погибшие – жертвы падения воздушного шара. В числе жертв – пилот воздушного шара, возраст их от 24 до 37 лет. 23-летняя девушка в больнице в критическом состоянии. Падение летающей конструкции произошло в пустынной местности утром, сообщает полицейский департамент. Причина произошедшего не установлена. Сейчас этим занимаются сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Известно, что всего на борту находилось 13 человек. 8 из них совершили прыжок с парашютами до начала аварийной ситуации. По меньшей мере 5 человек пострадали в результате стрельбы в Комптоне, Лос-Анджелес. Все пострадавшие, по данным местных властей, находились в автомобиле. На нем видны следы от пуль. Пока не сообщается степень тяжести полученных пассажирами ранений. Известно лишь, что в настоящее время проводится расследование. Место преступления тщательно изучают полицейские. Подозреваемый, а предварительно это был один человек, скрылся. К слову, поисковые запросы на тему стрельбы в Комптоне, Калифорния, выдают с десяток аналогичных случаев. Некоторые заканчивались гибелью людей, в частности, маленького мальчика. 8 лет понадобилось, чтобы обнаружить на дне океана рухнувший борт ВВС Индии. Крушение самолета Ан-32 произошло в 2016 году. На борту находилось 29 человек, 21 военный и 8 гражданских. Благодаря снимкам с глубоководного аппарата удалось установить, что воздушное судно разбилось и ушло ко дну в 310 километрах от берега в Бенгальском заливе на глубине 3,5 километров. Самолет Минобороны Индии Ан-32 вылетел с авиабазы Тамбаран утром 22 июля 2016 года и должен был приземлиться в Порт-Блэре, но в аэропорту так и не появился. Желтой карточки за симуляцию игрокам футбольной сборной Гамбии не будет, потому что спортсмены на самом деле стали заложниками ситуации, которая произошла на борту самолета, перевозившего их в Кот-д'Ивуар. Там должна была состояться первая игра гамбийцев на Кубке африканских наций, но через 9 минут после полета пилот повернул самолет назад. В салоне резко упало давление и снизился уровень кислорода, и несколько игроков потеряли сознание. Вскоре они пришли в себя, их жизни ничего не угрожает, а самим авиаинцидентом займутся уполномоченные службы. Индия станет привилегированным стратегическим партнером России. Об этом по телефону в рамках разговора с индийским премьером Нарендрой Моди заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, страны выразили удовлетворение в достигнутых результатах взаимодействия и условились о сотрудничестве в таких сферах, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в продолжении дальнейших двусторонних связей, что особенно важно в контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС. К другим важным темам. В Эквадоре продолжается масштабная зачистка города от банд наркокартелей, объявивших войну действующему режиму. Ранее мы рассказывали о бесчинствах и атаках, которые устроили преступники. Теперь же, как утверждают власти, удалось освободить заложников, которых взяли в плен злоумышленники. Смотрите подробности. На этих кадрах, опубликованных эквадорскими военными, видно, как начинается операция по освобождению заложников в тюрьме Котопакси в центре страны. После взрыва ограждения внутрь направляются военная техника и спецназ. Тюремное агентство Эквадора СНАИ сообщило, что всех заложников, которых удерживали заключенные в нескольких тюрьмах, удалось освободить. По данным СНАИ, в тюрьмах несколько дней удерживали 158 охранников и 20 сотрудников администрации учреждений. Этот военный рассказывает родственникам заложников об их успешном освобождении. Дорогие члены семей, национальная полиция совместно с вооруженными силами освободили заложников. Они провели в неволе 6 дней.
Они прошли медицинское обследование и воссоединятся с семьями. Никаких проблем не возникло. Это совместная работа. Преступные банды активизировались в стране на прошлой неделе. Так вооруженные люди ворвались на телеканал прямо во время эфира, удерживая персонал в заложниках. Также в нескольких городах произошли взрывы и были похищены полицейские. Правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение и добавило в список террористических группировок более 20 преступных банд. Согласно последним данным, арестовано уже более 1000 человек. На этих кадрах шестеро подозреваемых в нападениях на полицейские объекты в Гуаякиле 13 января. В ходе военной операции против преступной организации «Лос-Лобос» полиция обнаружила автомобиль, который предположительно связан с нападением, и задержала ряд подозреваемых, включая несовершеннолетнего. В рамках операции эквадорские солдаты также патрулируют общую границу с Колумбией, а президент Эквадора Даниэль Набоа сказал, что из тюрем страны начнут депортировать иностранных заключенных, в основном колумбийцев, которых там особенно много. В Дании отныне новый король – Фредерик X. Трон передала по наследству его мать, 83-летняя королева Маргарета II, которая отреклась от престола. Это первый за 900 лет случай в истории страны, когда монарх самостоятельно отрекся от престола, а не по причине болезни, смерти, дворцового переворота или вооруженного вмешательства. Отречение королева подписала на торжественной церемонии во дворце в Копенгагене. Четверть сотни лесных пожаров охватили запад Австралии. На борьбу с природной стихией брошены сотни пожарных. Под ударом оказался 2-миллионный город Перт, и это вынудило спасателей провести эвакуацию населения. Затем аналогичные меры пришлось предпринять в отношении жителей графства Читтеринг. Отмечу, сезон лесных пожаров в стране начался из-за такого погодного явления, как Эль-Ниньо, которое принесло циклоны, засухи, аномальную жару. Например, в городе Перт температура воздуха достигала 35 градусов, что на 3 градуса выше климатической нормы. В Перте прогнозировалась максимальная температура в 35 градусов по Цельсию или 95 по Фаренгейту, и это существенно превышает многолетние значения январского максимума по городу, согласно данным метеослужбы. Огненный шар заметили в небе над Японией. В соцсетях распространяется видео из разных городов, как по небосклону проносится что-то очень похожее на метеор. По информации NHK, после такого пролета местные жители услышали что-то напоминающее взрыв. Это характерно для звука прохождения космического тела сквозь атмосферу Земли. По данным специалистов, это метеорит, который сгорел в верхних частях атмосферы. И напоследок, Элвис жив и, очевидно, будет жить вечно, пока в разных уголках мира проходят фестивали подражателей образа и творчества известного музыканта. В Австралии состоялся фестиваль, где собрались поклонники Элвиса. Все подробности расскажут мои коллеги. Вокзал в Сиднее превратился в концертную площадку. На сцене звучат лучшие песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Здесь собрались поклонники и подражатели американского певца. Музыкальные хиты поднимают всем настроение перед предстоящим путешествием. Отсюда скоро отправится Elvis Express. Он доставит пассажиров в городок Паркс на фестивале Элвиса Пресли. В этом году темой праздника стал музыкальный фильм «Тюремный рок» с Элвисом Пресли в главной роли. Поэтому некоторые поклонники нарядились в костюмы заключенных и охранников. Впрочем, многие по-прежнему предпочитают подражать самому Элвису, а не героям его фильмов. Это фантастично и здорово чествовать короля. Все проникаются духом происходящего. Мы наряжаемся, и теперь это стало ежегодной традицией. Так что мне это очень нравится. Все стали слишком серьезными. Люди красят свои дома в серые цвета, и мир стал серым. Нам нужно немного красок и веселья. Просто выйти из этого и повеселиться. Путь до Паркса на Элвис Экспрессе займет 6 часов, но скучать никому не придется. Пассажиров будут развлекать певцы. То, что происходит в Элвис Экспрессе, остается в Элвис Экспрессе. На самом деле там очень весело. Мы переходим из вагона в вагон, развлекая людей, а они украшают все внутри. Мы собрались, чтобы хорошо провести время. Фестиваль в Парксе продлится 5 дней. Там пройдут 200 мероприятий, включая парад, конкурс двойников Элвиса Пресли и выставки. На праздник обычно приезжает 25 тысяч человек. Он приурочен ко дню рождения певца. На этом у меня все. А еще больше интересных новостей в YouTube и Telegram-канале нашей программы. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи!